Всем приветики, мои дорогие, с вами Руслан, и вы на канале Ролик 69. Ребятки, сегодня у нас на обзорчике будет проверенный временем модик пак автономных прицепов. Что тут есть? В пак входят разнообразные прицепы и грузы, двойные прицепы, тяжелые прицепы, также есть вот тройные сцепки. Большое количество скинов, прописанный в трафик, поддерживают продвинутую сцепку, поддерживают кабели. В некоторых прицепах есть поворотные и подъемные оси. Ну, нормальный ход, ребятки. Тот, кто не знаком с данным модом, ну, желательно, конечно, познакомиться. Мод обалденный. Так, и вот вес данного модика, ну, немножко не слабый, 1239 мегабайт. Ну, такое дело. Ребятки, модик для версии 1.39.1.40. Будем же мы это все дело рассматривать на версии 1.40. Для тех, у кого версии пониже, есть вот кнопочка «Предыдущие версии». Здесь вот с 35 по 38, 35, 36, 35, 32, 34, 32, 33, 31, 30. 30, 28, 28, 27, 27, 27 и 26. Ну вот считайте, ребятки, что практически ко всем версиям есть вот этот пачок. Есть вот этот пачок, ребятки. Так что смело под любую версию можно этот пак качать и устанавливать. Вот, ребятки, с этим паком я вот использую, обновили мод на реалистичную физику. Версии уже 1.1. И вы знаете, довольно-таки прикольненько ведет он себя. Мне почему-то он больше зашел, вот этот мод, чем мод от Казака. Ну, не знаю. От Казака там, да, продвинутый он, супер-дрюпер, все как положено. Но, не знаю, мне вот этот зашел больше. И вот с этим модиком на реалистичную физику это все дело мы будем рассматривать. И вот с этим пачком. Поехали, ребятки, в игрушку. Я покажу сейчас, где что, как подключается. Естественно, что вы делаете? Скачиваете модик, скидываете мои документы Евротрак Симулятор 2 в папочку мод. Я думаю, понятно. Все уже продвинутые, как это все дело делать. Кто не знает, на канале есть видео, как установить и скачать моды. Поехали, ребятки. Версия игры, ребятки, 1.40.4.0s. Идем в папочку моды. Так, вот у нас вот так выглядит вот этот файл менеджера модификаций пака. И вот этот файлик на физику. Вот, я его засунул вот сюда. А физику в самый верх. И я, ребятки, хочу проверить вот на вот этой всей сборочке русских карт. Тут у нас Казахстан, Южный регион и Русмап. Как вот это все дело, вот этот пачок будет работать на данных картах. Ну и, естественно, и на нашей дефолтной стандартной карте. Поехали в игрушку. Применяем и вперед. Вот, мои дорогие, мы в игрушке. Ребятки, не путайте. Трейлеров в покупках нет. Трейлеры есть только лишь вот в грузах. Они есть в заказах агентств, в прямых перевозках. Вот, нажимаем. И вот оно у нас. Вот все вот эти. Вот этот пак. Вот здесь трех. Так, тройная сцепка. Здесь у нас какое-то оборудование. Ну, ребят, довольно-таки прикольный пачок. Тут все возможные грузы. Как было написано, что свои скины там на прицепах и все такое остальное. Ну, ребятки, шикарно, довольно-таки прикольненько. Класс. Ну и, естественно, вот в заказах агентств. Ну, здесь мы с вами ничего не увидим, кроме как грузовиков. Грузы только вот. Здесь, естественно, только лишь прописаны. Так, и сейчас мы проверим вот просто так. Для себя.
Я вот взял грузик, у меня тут груз где-то по этому. Так, сейчас посмотрим. Где-то у меня груз по Казахстану, да, вот с Уральска в Рудный. Это по Казахстану. Значит так, на Казахстане работает нормальненько. Так, Южный регион, берем он любую. Есть, присутствуют эти. Ну, не так много, как хотелось бы, но посмотрим в Туапсе. О, в Туапсе вообще он шикарно. Все это дело есть. Отлично. Так, смотрим на Русмап. Что у нас здесь? Возьмем Москва. Также все эти грузы есть. Есть, но как-то мало. Блин. Нет, балдай. Ну, ребятки, Псков, что у нас? Вот, во Пскове куча всего есть. Ну, нормально. И смотрите, если вот они у вас не появятся, просто переночуйте в гараже или как-то время через... Вот, через консоль время там как-то себе, ну, это при желании. Или же через консоль сделаете себе время, кто в курсе или нет, то переночуйте, чтобы как-то сутки обновились в гараже. И вот тогда эти прицепы все проявятся. Ну, ребятки, бомба. Бомбезные прицепы. Поехали вот сейчас. Я там взял себе двойную сцепку. Сейчас мы все это дело посмотрим. Вот у меня, ребятки, вот эта двойная сцепочка. Вот, я ее как сору прицепил. Ну, ребятки, тяжковато этому аксорчику, потому что двигло слабое, 430 лошадок. Так что сюда надо под эти прицепчики, под двойную, да под тяжелые. По тройную сцепочку надо что-то такое посерьезней. Чтобы двигло было, ну, хотя бы там за 600, а 750 вообще будет лучше. Ну, а так, ребятки, бомба. Поехали. Вот с данной физикой, что я вам говорил, физика чувствуется вообще шикарно. Вот именно... Вот даже на разгон он чувствует тяжесть. А. Как-то так, ну, реалистичненько, охренительно. Ребят, бомба. Ну, это в видео не передать. Это надо пробовать, ребятки. Брать, качать этот пачок, устанавливать и пробовать. Вот тогда, ой-ой-ой, вот тогда это все дело можно понять. Как оно работает. Ну а так, бомбезненько. Я в принципе был немножко в шоке, вот как это все дело тяжко идет. Вот девятая передача. Вот сейчас газку, и он тяжко ему. Охренительно тяжко. Настолько вот это все вот так реальненько. Ну, опять же, ребятки, надо пробовать. Я не смогу вам видео вот этого всего передать. А так бомба. Есть прицепчики, все, они цепляются, все, они работают. Все идет класс. Так что, ребятки, катайтесь с наслаждением в нашу любимую игрушку. Было полезно, было интересненько. Не забываем поставить лайкосик. Ну и, конечно, подписаться на канал Рулик 69. И будьте мне здоровы, и до новых обзорчиков. Всем пока-пока!